Одним из первых в субботу проголосовал председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев на участке 5093 в школе номер 149. Он отметил, что трехдневное голосование дает отличную возможность воспользоваться своим конституционным правом в любое удобное время. Это не то, что чисто долг, да, такая обязанность. Это, в первую очередь, право, которое дано выбирать и высшие должностные лица государства, президент, губернатор. Значит, у нас выборы проходят по представительным органам власти, депутатов, начиная от сельских советов, внутригородских районов, ну и заканчивая городским и законодательным собранием. Вот, то есть, какие бы увлечения у человека не были, да, так сказать, вот какая занятость, в течение трех дней есть хорошая возможность проголосовать.